Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Агаев Эдуард. Живу в Смоленске. Пригласили сняться в фильме. А ты окончил вуз или... Нет, вуз не заканчивал. Заканчивал училище музыкальное имени Глинки. У нас в Смоленске. Как снимается «В родных стенах»? Нравится? Привычная ли обстановка? Обстановка привычная, то есть улица, естественно, а так, конечно, на съемочной площадке волнение есть. В каких-то городах приходилось еще играть? Какие роли исполнять? Нет, это первая. Первая роль? Да. Все, спасибо, с дебютом тогда.